Ну что ж, дорогие друзья, всем привет! Возможно, сейчас кому-то будет грустно, а возможно, кому-то радостно. Но проект без доната официально закончен. Сегодня я буду на этот аккаунт донатить куча гемов, открывать сундуки, просто сейчас разорву нахер. Я реально долго держался. И те, кто тоже любят донаты, я думаю, что вы тоже ждали этого момента. Друзья... Вы просили меня поиграть в игру без доната, показать, на что я способен, с плохой прокачкой, а то вы, типа, ты только на фуловом аккаунте апаешься, покажи, как ты играешь без доната. В принципе, этот проект получился удачным. Да, мы не апнули 14 тысяч, мы не выбили всех 29 бойцов, но, тем не менее, получился проект крутым. После второго открытия у меня пропала мотивация дальше играть. Ладно, если у меня не было возможности, я продолжу было. А так у меня возможность есть играть на фуловом, честно, аккаунте. Честно, мне желание больше играть на основе, чем на этом. Но этот аккаунт я, ребята, сейчас сделаю супер конфеткой и подарю его вам. Вы сможете этот аккаунт, Holdic Best, мой аккаунт, забрать совершенно бесплатно. Здесь уже есть легендарка. Я сейчас сюда закину дохерища гемов, буду выбивать еще разного всего. И этот аккаунт уйдет кому-то из вас совершенно бесплатно. Мы сейчас будем прокачивать персонажей, заниматься топовым апгрейдом. Вот то, чего не может позволить себе обычный человек, я не знаю, студент, школьник, то, что ну, не может он донатить в игру, он может поучаствовать в моем конкурсе, бесплатно забрать уже прокачан за мои деньги аккаунт. Если тебе интересно, сейчас я тебе подробно расскажу, что нужно сделать, и мы приступаем к самой сути ролика. Ребята, всего лишь 4 простых действия, которые нужно выполнить, чтобы забрать мой аккаунт. В конце ролика ты увидишь, сколько всего я выбью и в итоге за что ты сражаешься. Я еще куплю скин сюда, короче, вот такой вот будет аккаунт. Скин, блин, меха-ворон, блин, за 300 гемов. Я думаю, что аккаунт будет супер. Итак, что нужно сделать, чтобы забрать бесплатно мой аккаунт? 4, всего лишь 4 простых действия. Поехали. Первое. Подписаться на моего знакомого BS Eric. Это очень важно на всех подписаться, потому что я буду это все проверять. На BS Eric подписались, ссылка в описании. Далее, подписались на канал Петрич. Тоже снимает BS, снимает разные ролики, высказывает свое мнение, причем остро очень высказывает мнение. И Задрот, Андрюха Задрот, тоже на него подпишитесь. Вот, на моих знакомых, еще раз, BS Эрик снимает топовый контент по роялю, Петрич высказывает остро свое мнение и просто Задрот Андрюха. Подписались на моих знакомых и дальше заходите на мой лайв-канал, ссылка есть в описании, тоже подписаться. И под последним роликом, вот, смотрите, ролик называется, внимание, на этом трофейном гиганте я закрываю сезон рыбалки. Оставляйте комментарий, Холдик, я хочу твой аккаунт, все условия выполнил. И желательно оставить еще ссылочку там на ВК, на Инстаграм свой, чтобы я смог с тобой связаться. Вот, ну либо во время стрима просто присутствуй на результатах. Вот и все. Простые действия, ну обязательно открыть фиды каналов, чтобы я мог зайти, и у тебя вот было каналы, на которые ты подписан. Вот, это в настройках открывается. На Эрика подписался, на Петрича, на Задрота и на Холдик Лайф. Все, и вот здесь комментарий, все. И я выберу среди тех, кто подписался на каналы, среди тех, кто ставил комментарий, победителя. И им можешь оказаться именно ты. Я пошел донатить, рекламная пауза, и погнали разорвем вообще, разорвем это так. Вот он, ребята, вот он конец проекта, покупка завершилась, сюда не донатилось ни рубля. Лишаем его донатной девственности. Бам, просто 2000, ну, ребята, это только начало, 2000 это только начало. Поехали! Блин, я так рад, вы не представляете, я рад, что я смог сюда задонатить. Гребаный бесплатный Brawl Stars, скукотища, самое натуральное. Я, ребят, вам сочувствую, кто играет в игру бесплатно, не может задонатить, абсолютно порадовать себя какой-то акцией. Это настолько нудно, это настолько, блин, потому что, блядь, ты ждешь нового персонажа, играешь на одном и том же, ты не можешь себе позволить скины. Хотя я, ну, мог позволить за старки, там, недорогие, за гемы. Но, черт возьми, это скучно. Это реально скучно, с донатом намного веселее. Давайте кого-то прокачаем. Ну, во-первых, ворона прокачаем, давайте сразу, насколько сможем. Дальше, кого мы можем прокачать? Давайте ближе к новому рангу. Нет, уровень силы. Прокачаем Джесси. Кого мы еще вам прокачаем? Кого вы хотите, блин? Вот кого вы хотите, того и прокачаю. Давайте Пэм прокачаем. Ниту-то, в принципе, мы можем всех прокачивать. Че нет? У нас золота достаточно. Я буду сейчас донатить, ребята, просто нереально. Мне не жалко денег, чтобы по вам подарить крутой аккаунт. Просто, ну, он уже крутой, согласитесь. Но я хочу вам подарить еще круче, потому что сейчас...
Давайте сразу смотрите, сразу, ребята, чтобы у вас была мотивация участвовать в конкурсе, я еще покупаю сразу скин. Вот он. Просто не жалко. 300 гемов в никуда, но мне не жалко, чтобы победитель был рад, что у него такой вот аккаунт. Смотри, смотри, участвуй. Все ссылки, на кого подписаться, в описании. Очень изи. Так, хорошо. Давайте всех прокачаем, чтобы, ну, нормально, короче, все было, да? Чик-чирик. 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 Так. Блин, как много персонажей прокачивать надо. Но надо прокачать. Так, Шелли пускай будет первого уровня. Шелли уже сами прокачаете. Так, Дэрил. Ну, Дэрил какашка. Ух, примата нормально так прокачали. Ну что, друзья, вы готовы? Давайте всех прокачивать. Че уж там, че уж греха таить. Так, отстаньте. Да и Шельку давайте. Первым уровнем. А к Шельке, кстати, он уже... Все, ребята, погнали открывать боксы. А, кстати, вот еще один донат, давайте. Давайте сразу задоначу, сразу. Все, сейчас просто, блин, деньги с моей карты будут вот так улетать просто на раз-два. Ой, у меня вебка вылезла с камеры, да? Че ж вы молчите? Так, короче, неважно. Чикс, покупка завершилась. Так, поехали. Ребят, сейчас выпадет сразу же либо эпик, либо, ой, либо лего, либо мифик. Если будет новый персонаж, то сразу же, блин, с козырей пойдем. Короче, едем дальше. Так, билетики покупать не буду, все, поехали, открываем боксы. Буду открывать мега боксы, потому что с них реально дроп просто нереальный. Ох, друзья, донатить, конечно... 6 предметов, ес, поздравьте, сейчас будет новый боец. Давай Легу, сучка, давай Легу, давай, сука, Мортис. Мортис, отлично, друзья, просто... Ах, пушечка, сука, как же я рад, друзья. Не знаю, как вы, этот аккаунт будет ваш, я опять же напоминаю, просто забирайте. В душу в него вложил, а сейчас еще и монету в него вкладываю. Отлично, отлично. Я уже рад. Мортис есть? Так, а что у нас? Бля, ну Мортис, конечно, нам, блин, испоганил шанс на Легу. На самом деле, блин. Ну, будем донатить, друзья. Я сказал, что сделаю вам красиво. Значит, слово буду держать. Я должен сделать красиво. Ну, как минимум, я либо все мифики должен буду выбить, либо хотя бы еще одну Легу. Хочу Сэнди выбить. И если будет на нее, то скин куплю. Так, сейчас, во-первых, прокачаю вам аккаунт. Он будет почти фуловый. Давайте сейчас. Кто у нас? Уровень силы. Так, чик-чик. Джесси. Блин, тихо. Я хотел прокачать ее. Еще рано. Где Ворон? Ворон вообще, блин, да тут ради Ворона уже можно участвовать. Он уже крутой. Блин, вот что значит не донатил ни разу на аккаунт. Сейчас тупо вам фуловый аккаунт сделаю. Буквально за один выпуск. Поэтому подписывайтесь, ребята, если не хотите... пропустить такую халяву, реально. Этот аккаунт можно будет продать, блин, тоже за хорошую сумму. Ну, если вдруг он вам не понадобится. Но я бы хотел, конечно, чтобы вы, ребята, продолжали играть, кто выиграет этот аккаунт. Я верю в то, что он будет развиваться. Блин, ну вот и улетела сотка баксов, пока что один Мортис. Но мы не расстраиваемся, ребят, это еще не конец. Это только начало. Холдик только начал донатить. На самом деле... Уже минус 100 долларов, да, блин, ну я держался на этом аккаунте, играл долго без доната, очень долго. Пришло время отомстить игре. Хотя, какая сладкая месть, да, пополняю игру бюджетом. Ну, на самом деле, без донатеров бы игра бы не существовала. Так, ну что, давайте прокачаем Ворона, чик-чик. Блин, кого бы, я хотел бы уже пассивку какую-то выбивать, пока что... Пока что это не рядом даже, не рядом, так, а вот, нет, это даже не рядом, ребят, короче, продолжаем открывать, 300 гемов осталось, ядрить, мадрить, так, так, итого мы уже слили 100 долларов, быстренько согласитесь, да, и ничего не выпало, представляете, сколько мне еще пришлось копить боксов, чтобы выбить какого-то нового бойца, да это ж трэш, это же невозможно, стопэ. Сейчас, больших ящиков откроем. Так, есть. Первая сотка долларов улетела. Еще донатим. Друзья, я думаю, что у вас все больше и больше желания получить этот аккаунт. Потому что на халяву, друзья.
Просто на халяву. Еще $100 улетело. Поехали дальше. Я должен вытащить хотя бы еще мифика или лего, блин. Ну офигеть. Давай, блин, игра. Я столько на этот аккаунт потратил сил, времени, нервов. И теперь, надеюсь, не меньше придется потратить денег. Потому что, блин, ты этот проект высосал из меня. Высосал из меня все. Я хочу теперь, хочу лего, давай, еще лего. Хотя я лего бесплатно выбил на самом деле на этом аккаунте, да, тоже, мне бы сейчас жаловаться. Блин, ну сейчас хотя бы кого-то на фул прокачать уже будет не зря. Так. Блин, вы видите, как много надо, ребята, блин, всего, чтобы выбить. Там, я не знаю, какую-то сраную лего или мифик, капец. Ну шанс уже неплохой. Давайте посмотрим, кого мы можем прокачать. Ниту. Так, Нита у нас 8 уровень, капец, еще далеко до 9. Продолжаем открывать, я вам сделаю какого-то фулового бравлера 100%. Понеслась. Напоминаю, БС, Эрик, Петрич, Задрот и Холдик Лайф. 4 канала, на которые надо подписаться. Ну, и, естественно, на Холдика. Я буду... 6 предметов! Сейчас либо Лего, либо Мифик. Давай! Сука, это Тара! Ха-ха, ну это второй Мифик. Это второй Мифик. Ну что, друзья... Скоро должны пойти леги. Я уже верю в это. Вторая сотка долларов тоже нам приносит дроп. Но, к сожалению, это мифик. Нам надо лего, друзья. Я надеюсь, я трачу не зря. Надеюсь, вы все будете участвовать, ребята. Потому что, блин... Что тут еще можно купить? Ну, скины тут такие себе, да. Скины я, в принципе, самые крутые купил. Ну, это уже старки вы сами потратите, куда решите. 6 предметов! Блять, либо это последний мифик, либо это лего. Сука, это джин! Ну ладно, 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 ладно. Фух, ребят, ну что? Сейчас 6 предметов будут только легендарные бойцы. Только. Я постараюсь сейчас выбить как минимум одного вам, бойца. Если, конечно, у меня это получится сделать. Я постараюсь. Шанс, он ущербный. Но я очень хочу его выбить. Серьезно. Ну и, конечно же, прокачать какого-то перса, выбить вам пассивку, блин. Ну я выбил уже все мифики, друзья. Все, Джин, Тара, Мортис, Биби, Эпики, все есть. Просто 26 из 29 бойцов, капец. Сейчас еще Лего вытащу, сейчас еще Лего, секунду. Так, прокачать могу кого-то? Примата могу, поехали. Так, я микрофон вот так вот сделаю, ребят. Так, кого еще? Давайте быка прокачиваем. Прокачиваем всех бравлеров. Так, может кого-то, блин, надо пассивку, реально. Капец, как же быстро прокачивать с донатом, охренеть. Так, ладно, достаточно, едем дальше. Давайте, короче. Мега ящики, ребят, я открываю только мега ящики, офигеть. Поставьте лайк, если бы вы хотели. А, реально, а лайк вы ставили? Ребят, поставьте лайк, чтобы лего выпало вам. Это не мне лего выбиваю, вам. Подпишитесь и поставьте лайк. Так, 5 предметов. Хотели бы эксперимент, чтобы я задонатил дохера на новый аккаунт и попробовал открыть дохера мегабоксов. Если да, давайте наберем 100 тысяч лайков. Если наберем 100 тысяч лайков, я запишу такой ролик и посмотрим, что можно выбить на нулячем аккаунте сразу со старта. Я уже проверял это с большими боксами, сейчас хочу с мегабоксами проверить. А ну поддержите идейку, ребята, потому что ну это пушечно. Блин, конечно, сейчас лего вытащить крайне сложно будет. Но я буду стараться. Я должен это сделать, друзья. Это должна быть лего. Должна быть для вас легендарочка. Давай, 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 родной. Блин, ну как минимум я должен какого-то перса сделать фул. Фигеть, сколько дропа падает, да? Капец, просто гемы улетают один за одним. А ведь я играл на этом аккаунте без доната. Блин, мне надо одна лего и все, я успокоюсь. Мне тупо одна лего, чтобы вам достался очень топовый и крутой аккаунт. Все? Ну что, друзья. Третья сотка долларов. Уже, кстати, уже обидно. Уже обидно, что, сука, эти гребаные все мифики выпали, как назло. А Олеги не видно. Жалко. Жалко, честно. Потому что, ну блин, мог бы один мифик и не выпасть. Сука. Так, покупка завершилась. 300 долларов уже всадил. Обязательно участвуй. Обязательно.
Блин, офигеть, это же капец, сколько денег ушло. Все, все для вас. Кстати, результаты конкурса когда будут? Вы участвуете, я думаю, что результаты сделаем на выходных. На выходных разыграем этот аккаунт, либо суббота, либо воскресенье, я не знаю. Когда точно, но 100% на выходных, наверное. Если что-то перенесется, я об этом сообщу ВКонтакте или в Инстаграме. На Инстаграм, кстати, тоже подписывайтесь, там тоже лиги разыгрываю очень часто. Так, ну что, друзья, блин, у меня реально заканчиваются деньги. Если сейчас не выпадет лего, то придется вам получить просто аккаунт с одной легой, но зато со всей... Ну, блин, все равно он заряженный, 26 бойцов. Ну я постараюсь, я хочу выбить лего. Ну вы видите, я не пожалел денег, реально, ну уже засадил сюда. Блин, хотя бы еще одну лего, я очень прошу. Я очень прошу. Блин. А ну. Ну шанс, в принципе, нормальный, может дропнуться. Давайте посмотрим, можем ли мы кого-то прокачать. Так, бо. На восьмую силу. Ну смотрите, аккаунт прокачан неплохо. На восьмую силу, в принципе, много персов ушло. Так, едем дальше. Едем дальше. Я бы мог его разыграть таким, каким он есть, этот аккаунт. Ну, блин, я чё, жадный? Естественно, делаю по красоте. Надеюсь, ребят, многие из вас хотят этот аккаунт. Я буду рад, если этот аккаунт достанется тому, кто действительно хочет продолжать на нем развиваться и... покорять вершины и рекорды. Я буду рад, если этот аккаунт возглавит какой-то очень крутой рукастый чел и выведет его в топе. Я буду его где-то видеть в топе. И буду вспоминать, это мой твинк. Я рад, что выиграл его такой чел. Надеюсь, ты уже участвуешь тот, который хочет мой аккаунт. Блин, ну, что-то с лего пока не густо, да? Охренеть просто. Охренеть. Пожалуйста. Не томи, не томи. А, блин, друзья, короче, что-то пошло не так. А, блин, это 5 предметов, ё-моё. Капец, сколько мегаящиков открыто, вы представляете? Сколько мне пришлось бы фармить, чтобы просто выбить легу. Капец, ребятки. Трэш. Это все, это ГГ. Это тупо ГГ. Я даже не знаю, стоит ли еще донатить, потому что на это могут быть деньги на ветер. Давайте проверим, я могу кого-то прокачать? Капец, Нита, чуть-чуть! Че, еще донатим? Вы хотите легу? Вы будете участвовать в конкурсе? Я надеюсь, вы подписались на все каналы и участвуете. Блять, да где это захват экрана? Захват окна, блин. Вот. Бесит. Так, донатим еще немножко. Чикс. 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 Надеюсь, мне хватит денег. Сейчас отказ по деньгам. Да, все, отказ по деньгам. Не хватает мне деньжат, друзья. Последний донат, который я могу себе позволить. Да, это последний донат, друзья. Больше не могу, у меня нету денег. Не, ну согласитесь, я до хера слил. Я сейчас слил зарплату. Блин, та... Зарплату месячную чью-то. Давайте немножко больших ящиков. На самом деле страшно сейчас. Бля, тупо капец. Тупо капец, тупо дизмораль. Сука. Дай легу, пожалуйста. Хочу подписчикам сделать все красиво. Пожалуйста, дай легу. 6 предметов. Да твою ж налево, а. Так, а ну тихо. Я Ниту могу уже прокачать? Надо Ниту еще вам прокачать. Пассивку выбить. Так. Капец, сколько ящиков. Дай Ниту. Ниту срочно. Да пипец, ребят. Честно, я немножко уже в конце подрастроился. Не знаю, как вы. Да, Ниту на 9. Отлично. Может, сейчас хотя бы пассивку вам выбью. Ну, хоть одного перса фулл сделаю. Капец просто. Да! 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 Yes! Ох!
Пацаны, вы бы тоже так орали, когда бы просрали 400 баксов, твою мать! Yes! Да! Да, твою мать! Да! Давайте дооткрываем. Дооткрываем боксы. Бля, представляете, еще сейчас дропнется. У меня аж голова закружилась, ребята. Ох, реально, блядь, голова закружилась, ребят. Охренеть. Просто охренеть. Может, пассивку сейчас выбью? Так. А, где, где? Блин, та ворон еще не скоро. Пассивочку надо выбить. Спайк, друзья! Ну все. Теперь вы обязаны участвовать. Я сделал все, чтобы для вас был очень крутой розыгрыш и конкурс. Сейчас мы подытожим, ребятки. Все. Я сделал это. Да, теперь не стыдно разыграть этот аккаунт. Реально. Вот теперь не стыдно. Он и прокачан просто бомба. Просто бомба прокачка. Чекайте. Ну реально, чекайте, все 8-й левел. И скоро будет 9-й, там дальше пассивки, там дальше все на фул пойдет. 6 предметов, блять, это либо пассивка, либо лего, пацаны. Поставьте лайк, чтобы это было лего. Ха-ха-ха! Это пассивка, друзья. Фух, сука, с последнего бокса дропнулась. Так. Итого, ребята. Резюмируем. Смотрите, еще и полка на фул прокачали. Друзья, 27 из 29 бойцов. Блять, все, почти все персонажи есть. Все прокачано. Влито сюда до хера денег. Тебе ничего не надо делать. Просто забирай. Это мой личный аккаунт. Это не перекуп. Там можешь не переживать, что его когда-то кто-то восстановит. Это мой личный аккаунт. Он достанется тебе навсегда. Он тебе может быть основой. Сразу со скином. Меха вороном со спайком новеньким, на котором я еще не играл. 0 кубков, просто все твое. Забирай. Повторяю, условия следующие. Подписаться на мой канал, подписаться на Бэс Эрик, на Петрич, на Задрот и на Холдик Лайф. Ссылки в описании и оставить комментарий под рыбалкой, что ты участник. Все. И даже фуловая нита есть с пассивочкой уже сходу, на. Просто забирай, давай тебе. А, не куплю на ниту скин. Не хватило денег. Я донатить уже не буду, друзья. Я задонатил все это достаточно. Я сделал красиво. Я старался. На спайке бы, если был бы скин, я бы купил. Но его нет. А, есть Сакура спайк. Ну, а, его нету, ля. Нету его. Все, ребята. Все для вас. Участвуйте. Всех люблю, всех обнял. Просто вы пушка. Кто поставил лайк и подписался на канал, просто ждите. Вам тоже повезет. Всем хорошего дня. До скорых встреч. Прощай, Холги Бест. Ты мне подарил кучу эмоций. Теперь я подарю его вам. Пока!